Чем опасен черный цвет в одежде? Это не опасно, просто небезопасно тоже. Потому что вы знаете, как свет делается. Свет – это энергия. И когда мы говорим зеленый свет, это как примерно это листки, которые зеленый свет, мы говорим, что они собираются все другой свет, и только не собирается зеленый свет. Для этого они выглядят зеленые. Также белые, также оранжевые, также синие, также другое, такая, красные. Они какой свет не выбирается, не собирается, который они выкнется, тот свет выглядится. Черный только одно свет такая, который выбирается еще разные свет, все энергии. И когда черный свет одежды ты одевается, все негативные энергии, все позитивные энергии, все какая тебе нужна и все какая тебе не нужна, это все ты выбирается и принимается. И это опасно. И специально для женщины черный свет очень опасный свет, потому что это делает женщина больше грустная, больше печальная, больше депрессивная и больше агрессивная тоже иногда. Для этого я советую вам, вы могу одеваться черный свет только внутри вот дома, где вам удобнее, или вместе с родителями, где вам безопаснее, или такое же место, где вы себя чувствуете полностью свободны и полностью безопасны. И когда вы чувствуете такая на дорога, ты уходишь, там разные люди, разные энергии, и вы не хочу выбраться эта энергия оттуда, собирается эта энергия оттуда, тогда не одевается черный свет. Черный – это смерть.